Итак, я в Индии. Хе-хей. Сразу же контраст. Больнище, грязище. Зато душевно. Я сейчас нахожусь на северном вокзале Эрнакулам. Это в районе города Кочи, куда я прилетел. Вот. За 165 рублей купил самый-самый простецкий билет на поезд. Завтра буквально получается в 4:50 утра я еду в Удупи. То есть за 165 рублей, представляете, 500 километров на супер быстрый экспресс. Вот. Блин, это круто, это Индия, это уже другие цены. Вот. Ну что, предстоит ночевка на вокзале, деньги тратить не хочется, и в принципе и не поменять сейчас. Таксисты предлагают какой-то нереальный курс. Ну и конечно вон такси. Ну что, едем в гости к Ганешу.